А? Я ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... злые. Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но... Нас их дела не касаются. Погляди, наверное, это и есть храм. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет. На время или навсегда. Хватит. Истории прибережу. Ого, тут тоже есть чаша с песком. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. Но тут нигде нет рун. Надо искать. Назад в лодку. Что ты хотел рассказать про войну? Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам. Ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Приготовься! Я готов!
А вдруг мост можно починить там? Потому что мы чужаки. Стой! Если сложить вот так, похоже на руну. Это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Продолжим в другой раз. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Нарисуй. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Рубин. Что это? Ого! Что мы нашли? Отец? Да? Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога. Назад, быстро. Это не к добру. Молодец!
Пока нет. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Paulo! Ah! Usted, ah! Canina! Mm.
Спасибо. Тут не перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Еще. Смотри, синие двери храма. Мы почти у цели, но кристалл моста закрывает эта штука.
Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Впереди враг! Я готов! Быстро! Подожди!
можно использовать! Спину. У них тут не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Синяя дверь! Мы у цели! Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Эта дверь не откроется. Эй! Непонятно, зачем тогда тут дверь? Эй! Пошли, найдем другой путь. Это снова гном. Синдри? Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Сегодня я художник. Не забывай мыть руки. Сюда. Эй, как Синдри нас обогнал? Он и второй синий передвигаются быстро. Хм. Мы внутри. Ганатуя! Ну, конечно. Ха-ха-ха!
приготовься. Ну как? Давай, соберись. Ого! Вот это впечатляет! Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Свет уже рядом. Ищи, где войти. Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Я не готов. Следи за ними. Темный!
Это вряд ли. Подожди! Пути восстанавливаются. Сложно. Давай поищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Слишком сложно. Идем. Погоди. У тебя вряд ли получится. Идем отсюда. Получится. Мне нужна тишина. Come on!
кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Ты слышал? Будь готов, держись рядом. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать биврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. Отец! Тихо! Я держу! Где твой нож? Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Фу, оно липкое. Кинануна! Еще один! Назад! Свет! Да, цель уже близка, но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Понял. Прыгай! Ага! Берегись! Вот они! Встань за мной и прикрывай! Хорошо! Джанга! Пустя! Почти готов! Место! Их так много! Стреляй в них! Я расчищу нам путь! Выпускай стрелы быстрее! Тут много целей, не промахнешься! В узком пространстве толпа сама себе мешает! Не отвлекайся! Это последнее, скорее! Еще чуть-чуть! Ты ранен? Нет, нет! Ого! Красота! Свет восстановил весь храм! Он тут основа всего! Погоди! Он поет! Я слышу... Ее голос! Я же тебе говорил! Думаешь, она там? Очень больно. Руку огнем обожгло. Жди здесь.
Но я жди. Хочу... Здесь. Это на крайний случай. Ты даешь мне свой топор? Я даю тебе его на время. Это не подарок. Спасибо. Пожалуйста, вернись. Ты оставила меня тут. Атрей. С ним. А он всегда уходит. Его никогда нет рядом. Я ему не нужен. И не буду нужен. Я не знаю его, а он не знает меня. И, похоже, не хочет знать. Я сильный. Я умный. Я не такой, каким ему кажусь. Я же лучше знаю. Он со мной не говорит. Не учит меня ничему. Лучше бы это он умер. Слышишь? Он, а не ты. Но я это не всерьез. Ты же знаешь, я его люблю. Просто хочу, чтобы он был хорошим. Я знаю, он может. Если он попытается, я тоже. Но если нет, прошу, вернись. Я знаю, что ты меня слышишь. Фэй. Подожди! Вернись! Нет! Нет! Что ты наделал? Зачем ты это сделал? Я тебя спас! Ты попал в ловушку! Я ждал и ждал, но ты не выходил! Я сам тебя вытащил! Сын! Меня не было несколько... мгновений. Нет! Ты ушел туда очень давно! Я не знал, что делать! Ты бросил меня! Опять! Но тебе же плевать! Я... Не может быть. Идем, пока они не вернулись. Надеюсь, ты нашел, что хотел. Смотри, вот выход. Но нет света, мост не появится. Мы тут застряли, а ведьмина тетива бесполезна. Мальчик, твой лук. Давай-ка. Моей команде выпусти стрелу в камень.
сработало! Теперь можно возвращаться. Идем. Лестница завалена. Вон там впереди световой кристалл. Надеюсь, он поможет нам выбраться из этого дурацкого мира. То, чем покрыт камень. Ну, наконец-то! Я зажгу кристалл, если скажешь, откуда стрелять. Пора возвращаться наверх.
Batanina, Cuneuta! Ana! Ты его несешь? Смотри, синяя дверь, которая не дверь. И чаша песка. Но как же я до нее доберусь? Будешь везде его носить? Может быть. Что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело. Священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу.
Теперь можешь достать до чаши. Ну да. Давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупая загадка. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Ну вот, лодки нет. Она все еще на другом краю озера. Вернемся так же, как пришли, на подъемнике. Нам точно нужно туда спускаться. А ты знаешь другой путь? Нет. И? Отсюда нет пути наверх. Я знаю. Ah!
Может, поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляю? Стреляй на слух. Учись. Учусь. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл. Может, пойдем уже? Go!
опять будешь таскать с собой этот кристалл? Если придется. Стреляй, мальчик. Я знаю, что делать. Наконец-то! Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться.
Grow, brethren, of Ricky Муну, the Ялтус. Нет, не может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной, только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне, лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама... Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый... оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгар? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Так что ты говорил насчет маминой войны? Да, она шла по пути воина. Но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Это вы? У вас были дела? Наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Чего бы начать? Я хотел еще кое-что тебе сказать. В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем, вы думали, точильным камнем? Ха. Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне.
Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад. И там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует между мирами, собирая бесценные артефакты. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в 700, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найди его. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Торы.
когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юго-запад. Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Смотри, эти шесты покрывает магия ведьмы. Это сбережет нам время. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Вперед! Молди! Береги! Можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело. Дорога завалена. Перелезем.
мама говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе – это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. История о великане с головой оленя. Кто он? Ничего. Ну да, вроде правильно. Все без толку. Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают меня. Полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Я почти разобрался. Руны! Я могу прочесть. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит? О, а я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Спуститься, чтобы подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любишь историю. Великаны? Просто раз, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей?
Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один.